Начинаем тренировку по плаванию. Хорошо иметь собственный бассейн в камере. Фух, после тренировки мне не помешает душ. Эй! What? Где здесь душевые? Извини, душ только по субботам. А сегодня пятница. Придется потерпеть. Там гроза? Очень кстати. Один удачный бросок, и туча моя. Нужно потянуть сильнее. Я сам сделаю себе душ. Все, я чистый. Вот твой адвокат, Алекс. Сэр, я вас очень ждал. Hey! Что? У ботаника адвокат? Ну нет, я этого не допущу. Я испорчу вашу встречу. Замолчи, Стив. Это песня для адвоката. Ну все. Я не могу так работать. Я разберусь с этим недоразумением. Нет, пожалуйста, здесь ошибка. Я адвокат. Нет, газета не подходит. Эй, умник. Можешь дать мне книгу? Книгу? Ты хочешь стать умнее? Конечно. Вот список литературы на первое время. Давай мне все книги. С радостью. Я ждал этого момента. Приключения, фантастика, фэнтези, любовный роман. Я не зря здесь сижу. Стив не очень разобрался, как пользоваться книгами. Эй, Стив, можешь вернуть мне книги? Лови! О, нет, экзамен через час. Мне срочно нужно выбраться. Как мне достать ключи? Поп-туп. Мой крюк готов. Начинаю охоту за ключами. Еще чуть-чуть, почти достал. Давай, Алекс, у тебя получится. Молодец, отличная работа. Из этого выйдут отличные наручники. Посиди здесь, Алекс. Мои фотки набирают слишком мало лайков. Нужно поменять контент. С кем сфотографироваться? Эй, Стив! Сделаем селфи. Все, ты мне больше не нужен. Да, фото быстро набирает популярность. Эй, Пайпер, хочешь сфотографироваться со мной? Я к твоим услугам. Ну ладно. Что? Сколько лайков? У него формулы на стене. Это лайк ботаников. Отличная фотография. Спасибо, Алекс. Что? Ботаник обошел меня.
А тут хорошие условия. Это не твоя камера, красавчик. Вот твоя камера. О, привет. Подписывайся на наш канал. Ставь лайк. И жми на колокольчик. Да, и оставляй свои комментарии. Я проголодался. Где мой обед? Где обед? Прошу, сэр. О, там стейк или чизбургер? Устрицы и лобстер? Фу, это каша. И она похожа на кирпич. Говорят, что будет вкуснее, если посолить. Приятного аппетита. Официанты, обед в первую камеру. Там тоже каша. Что? Фрукты, напитки, десерт? Так нечестно. Приготовьтесь к вашему обеду, сэр. И немного Вивальди для аппетита. Так, жиры, углеводы. Нет, слишком много калорий. Я не буду это есть. Официанты, уносите. Можно мне? Я готов съесть. Отдай. Эй, красотка. Спасибо. Соль? Говорят, что будет вкуснее, если посолить. Вау! Пайпер. О, мой бог! Я иду к тебе, Пайпер. Ты моя любовь. Это тебе, Пайпер. Поцелуй меня, Стив. Проснись, сержант. О, какой сон. Я хочу его досмотреть. Алекс! Минутку. Эй, можно спать потише? Какие буквы? Что это? О, мне пришло сообщение. Помочь решить уравнение? Запросто. Отправить. Пришел ответ. Ищи свой ответ, Тео. Ну ладно, я тоже попрошу о помощи. Опять самолетик. Я не понимаю, что здесь написано. Наверное, хотят познакомиться. Ну ладно. Ответить. А вот и моя помощь. Привет, я Стив. Какой странный ответ. Ну ладно, так и перепишем. Сколько можно шуметь? Ты прекратишь когда-нибудь, Стив? Окей. Нет. Перестань. Ничего не помогает. Пришло время использовать науку. Открылась.
Счастливо оставаться. Я на свободе. Ты отправляешься в бедную камеру, Алекс. Спасибо за поимку сбежавшего преступника, Стив. Тебя повысили до богатой камеры. Мистер Стив, это наша лучшая камера. Снимите это. Прошу прощения, забыла. Понабирали новичков. Почему так темно? Ой, свет? Так уже получше. Упс, последняя деталь. Я должна закрыть вас на замок. Ничего личного, не обижайтесь. О нет, я сломала цепь. Что делать? Возьми мою. Она покрепче вашего инвентаря. Спасибо, вы меня спасли. Ваша камера. Где же ключ? Спокойствие, я и так могу зайти. Вот и все. Прошу, наш фирменный суп от шефа. Приятного аппетита. Я бы не отказалась от супчика. Официант, в супе муха. Это нелепая случайность. Тогда сам его и ешь. Вот тебе. И добавка. Вкусно? Прошу прощения. Какая надоедливая муха. Ну, конечно. Вот и ужин. Попалась. Упс. Прости, я не хотела обидеть твоего ребенка. На помощь! Скучно. Охрана, музыку. Вас приветствует лауреат конкурса «Золотая арфа». Ноты, будьте любезны. Какая умиротворяющая музыка. Ну все, сейчас засну. Простите, так и убаюкивает. Майор Пенни, подождите, мне кое-что нужно. Я заплачу. Договорились? Ну ладно. А теперь за дело. Немного штукатурки и изобретательности. И грим панды готов. Принесли? Вот то, что нужно. Спасибо. Помогите голодной панде. Это панда. Какая милая. Прекрасно. Этих фруктов хватит на неделю. Новости скучные. А здесь что пишут? Вау! Не может быть! Это же мой заключенный! На обложке Forbes! Что? Батарея села. Как не вовремя. Охрана! Я здесь. Тонизирующий чай? Пиджак? Телефон сел. Нужно зарядить. Сейчас. Подержите чашку. Электрошокер, последняя модель. Давайте сюда телефон. Готово. Ого, любопытный метод. Чай оставьте себе, а пиджак мне пригодится. Вам передача. О да, спасибо. Я так ждал. Бумажки мне ни к чему.
Вот он, огромный и аппетитный кекс. Какое блаженство! Минутку, а это что такое? В кексе был спрятан ключ. Какая наглость! Отдавай ключ! Какой ключ? У меня ничего нет. Ну ладно, сам напросился. Не надо, прекратите! О, да. Умение развлекаться – это мой дар. Что за шум? Нужно проверить. Вау, здесь вечеринка? Сейчас повеселимся. У вас есть пригласительный? Как же так? Это несправедливо. Я здесь охранник. В другой раз, майор Пенни. И чем же заняться? Здесь невыносимо скучно. Это таракан. И паук. Вот удача. Давайте, друзья, вспоминайте, чему я вас учил. О, да, молодцы. А он неплохо устроился. Ну что, вы готовы? Можем отправляться. Ого! Куда это вы? Проедусь по магазинам. Пока. Все ушли. Это мой шанс. Начинаю копать туннель на свободу. А мне эти конфеты нравятся. Может, банановые? Нет. Едем дальше. Как скажете. Главное выбрать правильное место. Ну вот. А потом он заявил, что я для него слишком хороша. Можете себе такое представить? Ну все, с меня хватит. Поехали и побыстрее. Давай, ложечка, не подведи. У нас мало времени. Мне идет эта сумочка? Нет. А вот это? Категорическое нет. Почему так долго? Поехали! Я хочу назад в камеру. Какой привередливый. Вперед, свобода ждет! Еще немного, я почти у цели. Туалетной бумаги советую взять побольше. Согласен. И крекеров. Поехали к кассе, пока очереди нет. Вау, вот это сервис. Ну вот, я почти выбрался. Вперед, Алекс. Да, вот он, запах свободы. О нет, я сделал большую глупость. А это что? Вау, розовый бриллиант. Я как алмазный рэпер. Начинаем VIP-бармен-шоу. Только элитные сорта. Только эксклюзивные напитки. Такой коктейль вы еще не пробовали. Что? Я это пить не буду. Я сам смешаю. Это настоящий коктейль. Здесь не ценят настоящее мастерство. Лучше я пойду. Удачи. Эта трубочка мне пригодится. Воды, пожалуйста, умираю от жажды. За что? Упс. Кажется, я пробил водопроводную трубу. О, да, водичка. Какое наслаждение. Теперь нужно как-то ее выключить. Ай, ну и ладно. Гольф – занятие не для слабонервных. Мимо! Нужна другая клюшка. Снова мимо. Охрана! Чем могу помочь?
будете моим ассистентом. Что делать? Просто держите это ведро и ловите шарики. Есть! Вау! Так вот, значит, как играют в гольф. Да. Удар и... точно в цель! Yes. О, да, у меня талант. Давно здесь не убирались. Столько паутины. Сделаю все сам. Уберу это. И вот это. Никакой больше паутины в моей камере. Точно, есть идея. Из этого выйдет отличный мяч для фитнеса. Мне эта идея не очень нравится. Просто стань в тазик. Готов? О, нет, не надо. Я совсем не готов. Хватит брызгаться. Дайте ванну спокойно принять. Серьезно? Серьезно?